Здравствуйте, дорогие мои художники! Сегодня мы с вами нарисуем зиму. Когда же еще ее рисовать, как не зимой? Если у вас будут вопросы по любому видео, пожалуйста, в комментариях пишите. Я всегда на них отвечаю. Ни один вопрос я не оставляю без ответа. Итак, картинку я взяла по фотографии из Инстаграма. И приступаем к написанию работы. Не забудьте подписаться на мой канал, поставить лайк и оставить комментарий. Тонкой кисточкой намечаем сначала сугробы наши. Ближе к низу холста намечаем серединку. Там, где сходятся сугробы. Затем ставим стены дома. Ближе стена к нам будет больше. Та, что стена будет угол дальше, мы делаем меньше полосочку с угла, используя правила перспективы. То, что ближе к нам, мы рисуем больше. То, что дальше, мы рисуем этот предмет меньше, чтобы показать, что он удаленный. Точно так же размечаем и крышу. Ближняя стенка крыши больше, дальняя стеночка крыши от нас будет меньше. Ставим разметку, где у нас будут находиться елки. Прокрываем небо темно-синей краской с добавлением растворителя. Можно подмешивать еще фиолетового.
сугроб возле дома. Желтенький добавляем в нашу голубую краску. Это будет отсвет от окна. Желтый свет, который падает на снег, дает такой отсвет. Немного добавляем оранжевого и вокруг желтого отсвета ставим такие оранжевые блики. Стена, где находится светящееся окно, будет не только коричневым светом, но прибавляем сюда и охру, и желтизну, и оранжевый. Делаем ее ярко освещенной. Используем растворитель или масло.
тропинка и следы на снегу, синие с белилами. Широкая кисточка, тыльная ее часть. Посмотрите, как я держу кисть, и наносим висячие ветки елей. Они располагаются все вниз, потом только верхушки. Я покажу, как мы их будем рисовать. Сейчас рисуем ели без верхушек.
снег на крыше дома, рисуем такой же голубизной, как мы делали и сугроб. Этой же широкой кисточкой, тыльной ее частью, этой же краской, какой мы сделали и крышу дома, и сугроб, накладываем, посмотрите, как верхушечку елки. И этой же краской мы будем рисовать снег на лапах елей. Посмотрите, как я держу кисточку, легонько прикасаясь, накладываем толстые слои снега. Обратите внимание, что белый снег мы не рисуем чисто белой краской. В нашу белую краску мы добавляем и синего, и фиолетового, желтого, розоватого. Дальние елки мы прибавим больше фиолетового в белила. На ближних елках мы прибавим больше голубого. Так мы покажем ближние и дальние елочки. Те, на которые больше падает света и меньше падает. Фиолетовый покажем глубину и даль. Фиолетовый цвет нам поможет показать, что елки находятся вдали, в глубине леса, и они уже не так нам видны.
на маленьких елочках в центре картины краска будет более белая. Мы здесь почти не добавляем голубого или фиолетового. Эти елки ближе к нам, и больше на них падает света, и поэтому здесь больше белил.
как заключение картины обязательно побрызгайте кисточкой и с помощью пальчика поершите ее, и больше растворителя и белил на кисточке, и сделайте брызги. Это будет снежок. На фотографии там нету снежка, но я думаю, если мы сделаем, то будет больше передана зимняя атмосфера. А крупные снежинки можно нарисовать кисточкой. Такие хлопья более крупные нарисуйте кисточкой. Не забудьте подписаться на мой канал, поставить лайк и оставить комментарий.